Добрий день, дорогі подписчики. Сьогодні у нас 20 декабря. Ми накриваємо клубнику. Передають у нас приморозки. Вот это Гена, мой помощник. Ген, давай чуть-чуть еще откроем, покажем клубничку. Это которую мы садили вместе с вами полтора месяца назад. Что я хочу сказать, я и покажу в теплице. Большой я разницы не вижу, имею в виду с теплицей по развитию. Тут она тоже очень хорошо принялась. Вот, как вы видите, это кассетная рассада, что мы садили. Это сорт Клери. Накрываем. Сегодня, конечно, хорошая погода. Грязь, но хорошая погода. Вот у нас есть многие места порвало. И есть волокно и старое, и новое. Но у нас это огороды. Собаки бегают и рвется. Вот, вот видите, если натяжка есть, то волокно не такое. И толстые собаки. Все вот эти всякие лисицы бегают и рвут волокно. Но суть не в этом. Я хочу показать вот, развитие нашей клери. Вот, ну, мы садим для копанки, для усиков. Но все равно видите, какое развитие. Мы хотели, конечно, здесь теплицы поставить, как вы помните, но не успели поставить. Бригада не освободилась раньше, чтобы и нам могла поставить. Так и оставили это дело. Мы в каплю давали диразал, отгнили, фундазол в конце вместе с вами я показывал в ролике. И по листву брызгали, и в конце кальция побрызгали, и медью. Тоже я в предыдущем ролике показывал. Вот такая вот клубничка. Я, честно, думаю, очень плохая клубника. Даже очень хорошая, но ее сейчас уже не стоит вот это чистить. Да, если вот этот листочек вот гниет, конечно, это плохо, что вот туда, чтобы гнили меньше было, убирать эти листочки. Ну, сейчас холодно, уже это не маленькая площадь, 1,5 гектара, открывать, обратно вот это зачищать мы не будем. У кого меньше территория, конечно, если есть желание и время, можете открыть, почистить. Если нету, ничего страшного. Вот, вот эти листочки вот так вот. Вот смотрите, какая клубничка. Гена, я сейчас всю эту открою, да? Потери практически нету, да, Ген? Мы и там смотрели. Смотрите, какая красивая, хорошая клубничка. Это напомню, даже нету 2 месяца, 1,5 месяца назад, что некоторые в августе месяце, в сентябре садят, говорят, а не поздно мы садим, а не поздно мы садим. Нет, не поздно, потому что когда раньше, кто раньше посадил, у них, кстати, уже цветет, они ходят, свет обрывают, потому что чтобы стресс куст не получил, чтобы на урожай будет влиять. Ну, я еще раз повторюсь, да, надо было хотя бы 2-3 рожка было. У нас где есть 1, где 2 рожка, это мало, чуть больше, кто хочет больше урожая. Но смотря кто для чего садит и как садит. Мы посадили в первую очередь для усиков и копанки, а потом мы посадили из-за чего поздно. Она меньше урожая даст, например, куст 500 грамм должен дать, тут 250-300, ну, я думаю, 300 не даст, 200-250, но ягода выйдет раньше. Вот из-за чего это тоже очень большой плюс, что мы выйдем раньше и в цену для ягоды, ну, и для других культур. Ну, ягода это больше всего может утром быть одна цена, вечером другая цена. То есть меняется цена, естественно, если раньше клубника, то
цена выше. Потом идет, когда массовая, то, конечно, меньше цена. Из-за чего, ну, мы так посадили, чтобы у нас были и урожай клубники раньше, и усики, и копанка. Мы особо на урожай большой не рассчитываем, потому что мы занимаемся, у нас цель много взять усиков и копанки. Но я скажу вам, даже если не заниматься рассадой, если на продажу, то все равно надо будет задуматься, потому что клубника надо, чтобы она раньше выходила. Если нет возможности на балагане, там туннели ставят, если такой тоже возможности нету, если хотите чуть раньше, конечно, надо чуть позже садить. Все, всем спасибо. Кому понравилось, ставим Ярику Мазурю лайк. Подписываемся на наш канал Клубника, Рассада, Копанка. А мы с Геной пошли дальше работать. Да, Ген?